Привет, это из сайта Исикас, и сегодня мы с Бзикеби. У нас есть несколько вопросов для вас. Наш сайт приветствует вас, и мы хотим узнать, вы чувствуете какие-то изменения после победы над Евровидением? Здравствуйте. Чё не так он там перечислил, когда чатает, переклип, перечислил, видел? Когда мы с Галкетом тронули, чё не могу говорить, Галкетом. Это армада будем. То есть после того, как после 2008 года они записали очень много песен и у них очень много проектов, они очень популярны стали и у них еще очень большие планы. Вас интересует еще, что они увидели разницу на Евровидении? Своя жизнь. Своей жизни очень много. Да, Севе. Сказали, что они очень популярны, у них везде концерты, выступления. И так и далее, да? Да, Севе. Евровидение научило их работать на публике с камерами, то есть опыт большой они получили, и, конечно, это можно. Как вы отметили, они выпустили много альбомов? Не альбом, а много песен. Много песен записали. Какую-либо часть из вашей песни сможете исполнить? Рамы с хвостом, рамы с ним говорят, рамы с тушек говорят, им говорят. Только нет, Забузей, I wanna get away. Забузей, I don't know what you're going. Забузей, I wanna sound better. Забузей, I really want today. It makes me fun, it makes me joy. There is our vision, our dream today. Sun makes me so happy. Here we know, so you know, we can learn, we can drown. So baby, we're crazy. Now we know that it's true, beautiful as the world. Here we know, so you know, we can learn, we can drown. Спасибо огромное за интервью. Вам удачи в личной жизни, а также в карьере. До свидания. Пока.